Этот салат можно закрывать смело 3 порции, потому что он получается невероятно ароматный и очень вкусный. Что для этого нужно? Баклажаны 1,5 килограмма уже в очищенном виде. Нарезаем кругляшочками, ломтиками, как на видео. Посолили. Оставляем минут на 15-20. Затем промываем под холодной водой и отжимаем лишнюю жидкость. Тем временем уже очищенные помидоры 1,5 килограмма измельчаем на мясорубке, выливаем в тазик или кастрюлю, добавляем 7 измельченных болгарских перцев, добавляем 3 измельченных горького перца, но это по вкусу, можете не добавлять, если не любите острое. Добавляем чеснок, 1-1,5 головки, это все по вкусу, но добавляйте больше. Затем добавляем соль 1 столовую ложку, добавляем сахар 3 столовые ложки, добавляем масло растительное 1 стакан и ставим на огонь. И ждем, когда эта масса закипит. После закипания варим примерно 15 минут, чтобы чуть-чуть уварилась лишняя жидкость. Через 15 минут добавляем уксус 9% 50 мл и добавляем туда хорошо промытые отжатые баклажаны и ждем, когда эта масса закипит. Когда масса вся закипела хорошо, варим после закипания 30 минут, изредка помешивая, но аккуратно, чтобы баклажаны не развалились. Затем всю эту массу раскладываем по чистым стерилизованным банкам и закручиваем крышкой. Затем эти банки нужно укутать теплым одеялом до полного остывания, чтобы салат полностью остыл. И вот такой вот салат получается. Он невероятно вкусный. Прям рекомендую вам попробовать. Всем приятного аппетита. Готовьте с любовью. И самое главное, не забудьте поставить лайк. Вам не трудно, а мне приятно.